Привет всем! Мы покажем, как по судьям все можно приготовить шпаргель на пару. Мы берем овали гризли, выливаем один стакан воды, ставим решетку и выкладываем шпаргель. Сначала вниз мы покладем белый шпаргель, а сверху зеленый шпаргель. Аккуратно. Закрываем крышкой, включаем плиту на А, на автомат. На аудиотерме два раза нажимаем на правую кнопку и правой кнопкой добавляем до 20 минут. Выставляем программу «Морковь». Прошло время, аудиотерм убираем, открываем, плиту выключаем. Шпаргель готов, такой ароматный, нежный. Достаем шпаргель вместе с решеткой. Теперь можно сервировать и кушать. Вот такой шпаргель мы приготовили, получился очень вкусный.